a season of restoration. В 104-м псалме сказано: «И вывел израильтян, я бы добавил, из этой пандемии серебром и золотом». Кто-нибудь скажите, я выхожу. Откуда бы вам ни понадобилось выйти, знаете, вы выходите. И выведет вас из этого сам Бог Яхве, который послал на землю своего Сына Иисуса Христа. Он выведет вас из вашего кризиса. Он выведет вас из вашего отчаяния. Он выведет вас из вашего несчастья. Он выведет вас из вашей неудачи. Он выведет вас из вашего разочарования. Я уже ощущаю Духа Святого. Он выведет вас из вашего прошлого, из вашей боли, нужды, страха, неуверенности, оков. Совершенно неважно, что вы совершили. Бог за вас, и Он никогда не изменит своего мнения о вас. Даже если сегодня вы находитесь в чреве кита, Бог выведет вас из этого чрева, и вы вновь будете в безопасности. Во имя Иисуса Христа скажите «Аминь». Библия говорит: «И не было в коленах их болящего». В предстоящем пробуждении нас ждет великое движение освобождения, исцеление и проявление силы Божией, когда мы будем славить Бога и поклоняться Ему. Нам нужно быть готовыми и петь песни ожидания и избавления. В 38 стихе говорится: «Обрадовался Египет и шествию их, ибо страх от них напал на него». Неважно, сколько неприятностей дьявол принес в вашу жизнь, Бог устроит дьяволу такие проблемы, что тот будет рад избавиться от вас и оставить вас в покое. «Простер облако в покров им и огонь, чтобы светить им ночью». Просили, и Он послал им перепелов. Люди просили. Бог говорит: «Проси у меня, и дам народы в наследие тебе, и пределы земли во владение тебе». У Иакова в 4 главе сказано: «Не имеете, потому что не просите». Вам нужно молиться усердно, как никогда. Вам нужно молиться дерзновенно, как никогда. Вам нужно поднять планку своих ожиданий. Нужно верить, что Бог превратит вашу пустыню в плодородную землю во имя Иисуса. Просили, Он послал перепелов, и хлебом небесным насыщал их. Небесный хлеб — это Божья атмосфера. Разверз камень, потекли воды, потекли рекою по местам сухим. Это не капли, не мелководье. Река благословений стремится к нам во имя Иисуса. Разверз камень, и потекли воды, потекли рекою по местам сухим. Хочу сказать сегодня еще раз: есть то, что может сделать только Бог, и то, что сделает только Бог. Эта пандемия стала прекрасным фоном для движения Бога. Библия говорит: если враг придет как река, дуновение Господа прогонит его. Вам нужно ждать избавления с небес. Вам нужно ожидать, что небесные врата откроются во имя Иисуса. Вам лучше сменить печаль на радость. Вам лучше сменить грустную песню на радостную. Кто-нибудь, воздайте Богу великую славу во имя Иисуса Христа. Я верю, что Бог готов разверзнуть камни. В 77-м псалме, 16-м стихе сказано: «Из скалы извел потоки, и воды потекли, как реки». Я знаю, что кто-то из вас оказался в пустыне ковида, в пустыне эмоций. Возможно, вы оказались в пустыне отчаяния, пустыня унижения или нужды, я не знаю. Но я хочу сказать вам, что Бог не оставил вас и не покинул. Рука Бога не сократилась, чтобы спасти вас. Нет ничего, что Богу не под силу. Нет ничего, что для Него слишком трудно. Хочу сказать вам сегодня: невозможное человеком возможно Богу. С Богом все возможно, если вы верите. Все возможно для тех, кто верит во имя Иисуса Христа.
Бог превратит ваше разочарование в увлеченность для Его славы. Бог превратит вашу неудачу в новый успех. Бог превратит вашу ошибку в чудо. Бог превратит вашу трагедию в триумф. Бог сделает воды меры чем-то прекрасным. Бог выведет вас из меры в Елим, что переводится как «место нескончаемого обеспечения благословения», «место избытка». Я не спрашиваю вас, где вы сегодня находитесь. Я говорю вам, куда вас поведет Бог. Вам нужно приготовиться к движению с Богом. Вам нужно приготовиться уйти из меры, приготовиться уйти от вашей боли, из вашей пустыни, из вашего прошлого, из ваших ошибок и неудач. Приготовьтесь к тому, что Бог избавит вас, поставит вас на ноги и поведет к своим обетованиям. Если вы верите в это, скажите «Аминь», потому что Бог хочет услышать ваше подтверждение. Вам нужно поверить, что Бог это сделает. Бог коснется пустынных сфер вашей жизни. Я сказал, что Бог коснется пустынных сфер вашей жизни. Ему не нужно ваше разрешение. Он Бог. Ему не нужны помощники. Он откроет дверь, и никто ее не закроет. Он превратит ваши бесплодные земли в плодородные. Он превратит вашу печаль в радость. У Исаии, 59 главе, 19 стихе сказано: «Если враг придет, как река, дуновение Господа прогонит его». Захария, 4 глава, 6 стих. «Не воинством и не силою, но духом моим, говорит Господь Саваоф». Исаия, 10 глава, 27 стих. «И распадется ярмо от тука». Скажу это вам так. Когда на вас сходит помазание, вы видите то, чего не видно обычными глазами. Прямо сейчас Бог тоже показывает мне какие-то вещи. 47 глава Иезекииля. Прочитаем ее с 1 стиха. Здесь Бог говорит через пророка о движении Бога, которое уже приближается. Я сказал о движении Бога, которое уже приближается. Если Бог будет изливать свою славу на землю, а это значит, что Он будет изливать свою славу и на вас. Слава — это Божья благость, это проявление Божьего благоволения. Иногда мы переходим на мистику, когда говорим о Божьей благости и благоволении, Его славе. Мы думаем, что слава Божия — это когда с неба сыплется золотая и серебряная пыль. Нет, мои братья и сестры, когда сходит слава Божия, мы меняемся, и все вокруг меняется. Жизнь наполняет ваши эмоции, сердцем, телом, разум, решение, завтра. Когда вы доверяетесь Богу и на вас сходит слава, вы меняетесь. Вы не сможете быть таким, как раньше. В Ветхом Завете, когда Дух сходил на Саула, тот становился другим человеком. Уверяю вас, Бог сделает многих из вас другими людьми, с другим будущим. Бог даст вам новые задачи. Бог поможет вам возрастать. Бог выведет вас из вашей тюрьмы и приведет вас во дворец силой Духа Святого. Это произойдет благодаря вовсе не человеческому интеллекту, не мудрым планам и схемам. Произойдет благодаря вовсе не дарам и талантам. В эти дни вам нужно будет жить, как никогда полагаясь на Духа Святого, и быть там, где Бог сможет помазать вас. Мы все составляем один храм, поместную церковь. Вот почему сатана ополчился на церковь, и во время пандемии церкви по всему миру закрылись. Божий замысел звучит так: «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Поэтому тот, кто будет защищать церковь, подвергнется атакам всех сил зла. Дьявол знает, что если ему удастся закрыть церковь, он помешает славе Божией покрыть всю землю.
Бог не будет изливать ее то в одном, то в другом месте. Бог изольет ее, как в день Пятидесятницы, когда люди будут собираться вместе и объединяться в молитве о движении Духа Божьего. Именно тогда будет сходить слава Божия. Бог принесет пробуждение в эту церковь Иисуса Христа. Бог принесет пробуждение в вашу жизнь, потому что Его река течет от святилища. Кажется, что многим хочется поменять Божий замысел. Но это невозможно. Когда Моисей устраивал скинию, Бог сказал ему три раза: «Делай точно по образцу. Если мы строим не по Божьему плану, а значит, строим по своему, в попытке угодить Богу, а затем обижаемся на Него». Многие люди, давая интервью ведущим христианским телеканалам, говорят: «Есть новый порядок». Что? Бог будет делать все по-другому. Что? Церкви уже не будут такими, как раньше. Что? Где это место Писания? В день Пятидесятницы Бог излил Свой Святой Дух, и тогда родилась Церковь. Именно для этого и пришел Иисус. Вы должны это понимать. Если мы думаем, что можем ходить в благословениях вне поместной церкви, мы обманываем себя, потому что Божье помазание умножается, когда Его народ собирается вместе, в единстве прославляет Бога и превозносит имя Иисуса Христа. Тогда мы привлекаем на землю силы небес. Так говорит Библия. Таков образец в Новом Завете. Если говорить о славе, она не сойдет на отдельно взятого человека, который сидит в одиночестве под пальмой. Слава сойдет, когда люди соберутся вместе в Божьей атмосфере. Многие люди путают Ветхий и Новый Заветы. Как в Ветхом Завете было много пророков, так и в Новом Завете тоже было много пророков. Бог говорил в Ветхом Завете, и Бог говорил в Новом Завете. Есть правила, которые относятся к Ветхому Завету. Есть правила, которые относятся к Новому Завету. Это те правила, по которым мы живем прямо сейчас. Это обилие благодати, истины и милости. Это не обилие осуждения, когда Бог находит в нас недостатки и хочет нас уничтожить. В Новом Завете Бог говорит: «Придите ко мне, и найдете источник жизни во мне». Просто придите, вам не нужно быть совершенными, не нужно быть безупречными, не нужно идеально соответствовать. Бог принимает вас не за ваши дела. Бог уже принял вас 2000 лет назад благодаря смерти, погребению и воскресению Иисуса Христа. Когда вы предстаете перед Божьим престолом, Бог смотрит на вас через кровь Иисуса Христа. Эта кровь освящает вас. Эта кровь — ваш путь к престолу благодати. Библия говорит: мы входим в Его святилище новым и живым путем. Мы не идем, как в Ветхом Завете. Сначала внешний двор, затем внутренний, а потом святое святых. Сейчас мы сразу приближаемся к Богу. Вы можете прийти в церковь уставшим, обессилевшим после ссоры с женой, но это не имеет значения. Сегодня Бог здесь. Он Яхве Шамма. Сегодня Он здесь, чтобы коснуться вас. Сегодня Он здесь, чтобы освободить вас, чтобы благословить вас. Он тот, кто Он есть, и не может отречься от самого себя. Бог не сказал Моисею: «Иди, скажи фараону, я тот, кто будет, или я тот, кто был». Нет, Он сказал: «Я есть существующий. Я есть существующий. Я все, что тебе нужно, и это Ветхий Завет». Да. Когда Моисей взывал о славе Божией, Бог сказал ему: «Я проведу перед тобой всю мою славу». Когда родился Иисус, о чем пели небеса? О славе и мире на земле. Это движение Бога будет движением проявления Божьей благости к людям через церковь. Библия говорит в Деяниях 10 главе 38 стихе: «Как Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, благотворя и исцеляя всех, обладаемых дьяволом».
Вот о чем я говорю. Когда приходит помазание, оно мобилизует Церковь Иисуса как никогда, чтобы искоренить нищету, чтобы устранить актуальные проблемы. Церковь Иисуса не может просто сидеть и киснуть. Церкви Иисуса нужно подняться, занять положение в обществе, нести перемены и решать проблемы, с которыми мы сегодня сталкиваемся. А вы скажете на это «Аминь». Я не берусь утверждать, что вы переживете пробуждение, сидя в своем углу, где вы ничего не делаете. Мы сыты по горло этим неподвижным и киснущим христианством, которое ничего не меняет. Нам нужно движение Бога. Сейчас я покажу, что первым делом оно затронет вас, но не ограничится только вами. Движение Бога превратит вас в полноценного посла Иисуса Христа, который будет делать дела Христа, проповедовать Евангелие Христа, возлагать руки на больных и изгонять бесов не по регламенту, но приняв силу Святого Духа. Первый стих. «Потом привел он меня обратно к дверям храма. И вот из-под порога храма течет вода на восток, ибо храм стоял лицом на восток, и вода текла из-под правого бока храма, по южную сторону жертвенника. И вывел меня северными воротами, и внешним путем обвел меня к внешним воротам, путем, обращенным к востоку. И вот вода». Кто из вас сегодня ощущает жажду? Жажду по Божьей атмосфере. Если это вы, тогда вам нужно воздавать Господу всю славу. Жажда! Аллилуйя! Даже во время пандемии вы не утратили эту жажду и жаждете Бога еще больше, чем прежде. В третьем стихе сказано, когда тот муж пошел на восток, то в руке держал шнур. Он отмерил 1000 локтей и повел меня по воде. Воды было по лодыжку. Многим больше не нравится не вода по лодыжку, а берег реки, где можно просто быть наблюдателем. Сидеть на берегу реки — это сидеть на диване и смотреть христианское телевидение, бегая по церквям. Вы бегаете по ним необычно, а просто переключаете каналы. Как только проповедник скажет то, что вам не нравится, вы переключаетесь на другой канал, чтобы послушать, что скажут там. Затем вы вновь переключаете каналы один за другим. Не думайте, что таким образом вы сможете измениться. Вам нужно обычно вернуться в церковь своим телом. Вам нужно телесно вернуться на берег реки. Это будет хорошим началом. Вернитесь на побережье. Вернитесь туда, где есть вода. Вернитесь к источнику, к потоку воды. Туда, где течет жизнь. По Божьему замыслу, это поместная церковь. Иисус вернется за славной, триумфальной церковью. Мы благодарны Богу за всех, кто хотя бы иногда приходит в церковь. Представьте, что кто-то съездил в отпуск. Вы спрашиваете, как прошел отпуск? Отлично. Вы плавали? Да. На какой глубине? Но я плавал с внуками, там, где воды по лодыжку. Если бы кит плавал на такой глубине, он давно был бы мертвым. Нырнув в море, идите на глубину. Да, я сказал, идите на глубину. Вам нужно пойти на глубину. Вы должны пойти именно туда, на глубину. Идите на глубину, вы должны пойти туда, погрузиться в атмосферу Бога, вы должны пойти на глубину, вы должны уйти с мелководья и пойти на глубину. Следующий уровень — это вода по колено. Там уже небольшие волны, но вы должны идти глубже. Следующий уровень — это вода по пояс. Вы должны идти глубже. Кто-нибудь скажите «глубже». Молодые люди, вы должны идти на глубину в своих отношениях с Иисусом Христом. Вы должны пойти на глубину в своем посвящении, в своем освящении, в своей любви к Божьим истинам.
Вы должны идти глубже туда, где вы уже не сможете стоять, туда, где вам нужно будет плыть, где вам придется полагаться на потоки Духа Святого, туда, где волны Божии перенесут вас на следующий уровень, туда, где вы обнаружите величие Бога, силу Божью, Его великое и недоступное. Там вы научитесь доверять и позволите Богу взять все в свои руки. Вы научитесь принимать то, что Бог для вас приготовил во имя Иисуса. Вы должны пойти на глубину. Вы все знаете, чтобы попасть туда, где большие волны, нужно приложить усилия. Верно? Вам нужно молиться немного больше. Аллилуйя! Вам нужно славить Бога немного громче, вам нужно славить Его немного дольше, вам нужно поклоняться немного дольше, вам нужно покинуть место комфорта, место мелководья, место серости и посредственности. И сказать себе: «Я иду на глубину, я иду туда, где меня будет поддерживать только Бог во имя Иисуса Христа. Я не останусь там, где был последние 20 месяцев». Все хорошие пловцы знают этот принцип. Мой зять один из них. Его рост 2 с лишним метра, и он прекрасный пловец. Он никогда не плавает вместе с нами. Мы идем туда, где самые высокие волны, и мне всегда казалось, что там глубже. Он плавает там, где волн нет вовсе. Я спрашиваю его: «Что ты там делаешь? Что интересного в спокойной воде?» Он просто хочет доказать, что может уплыть дальше. А вы? Где вы находитесь? Я говорю в духовном смысле. Где вы? Все знают, чтобы попасть на большую глубину, сначала нужно протиснуться через толпу людей, которые стоят там, где воды по пояс. Они толпятся там вместе, а вам нужно пройти дальше. Вам нужно обойти их, чтобы вы смогли пойти на глубину, чтобы вы смогли поймать волны Духа Святого, чтобы вы могли поймать движение Бога и принять то, что Бог задумал для вас. Поэтому станьте более решительными и жаждущими. Вот что я вам скажу, братья и сестры. Если вы занимались серфингом, как я раньше, или чем-то другим, вы знаете, как только вы поймаете волну, вас уже не будет радовать вода по лодыжку, вам уже не будет достаточно небольших волн. Вы все время будете искать силу большой волны, которая понесет вас в то измерение, где вы никогда раньше не были. Вы слушаете внимательно? Мы должны пойти на глубину. В глубоких водах все меняется. Знаете, есть сокровенный момент, когда люди приходят ко Христу. Для нас это что-то естественное, но мы не должны к этому привыкать. Тот момент, когда люди отдают свою жизнь Христу, это величайшее чудо, свидетелем которого вы можете стать, потому что тогда происходит величайшая трансформация, и человек переходит из власти царства тьмы во власть царства света через Господа Иисуса Христа. Поэтому положите сейчас руку на свое сердце и скажите вместе с нами: «Господь Иисус, я откликаюсь на Твое прикосновение и возвращаюсь к Тебе, чтобы отдать себя Тебе. Я прошу Тебя, спаси меня. Прости мне все мои грехи, омой меня своей кровью, и будь моим Господом и моим Спасителем. Я верю всем своим сердцем, что Ты умер за мои грехи. Я верю, что Ты воскрес из мертвых. Я верю, что Ты живешь вовеки. И сегодня я возвращаюсь к Тебе, подчиняю все Тебе и благодарю Тебя. Я уже никогда не буду прежним из-за Твоей любви ко мне. Во имя Иисуса, я дома. Аминь».